Одним из современных и наиболее эффективных способов привлечения прямых инвестиций в страну является государственно-частное партнерство. Сегодня на основе данной системы в нашей стране реализуется около 400 проектов общей стоимостью почти 5 миллиардов долларов. Благодаря им внедряется зарубежный опыт и современные технологии. В Министерстве финансов состоялась пресс-конференция на тему «Роль проектов государственно-частного партнерства в решении инфраструктурных проблем». В настоящее время агентства по развитию государственного и частного партнерства с ответственными министерствами и ведомствами прорабатывают в общей сложности 437 проектов ГЧП общей стоимостью более 12 миллиардов долларов с 2019 года. Охват сфер весьма обширный. Это энергетика, ЖКХ, здравоохранение, образование, экология, культура, IT, транспорт и сельское хозяйство. Запасы традиционных источников энергии, нефти и газа ограничены, поэтому развитые страны переходят на зеленую энергетику. Одна из самых важных сфер – это энергетика. Мы реализуем проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций, а также уделяем отдельное внимание модернизации уже существующих ТЭС. Это все приведет к экономии природных ресурсов. Наша главная цель в этом направлении – повысить эффективность в два раза. И в этом огромную роль играет ГЧП. Ранее подобные крупные проекты реализовывались либо за счет средств бюджета, либо за счет кредитных линий. Сейчас же мы хотим воплощать подобные проекты в жизнь за счет средств частного сектора. В проектах ГЧП на первом месте стоят и общественные интересы, и потребности населения. Именно по этой причине большая часть из них направлена на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы. Также в фокусе особого внимания и здравоохранения. По информации агентства, в настоящее время реализуются проекты ГЧП по таким направлениям, как стоматология, гемодиализ, онкология, услуги лабораторий. Мы на сегодняшний день разрабатываем несколько крупных проектов государственно-частных партнерств в здравоохранении. Первый наш проект – это строение радиологических центров в нескольких регионах Узбекистана, по которым на сегодняшний день мы уже начали тендерный процесс. Второй наш проект – это строение многопрофильной больницы в Ферганской области. Еще один из крупных проектов ГЧП – это строение многопрофильной больницы в Андижанской и Бухарской областях. Мы планируем строительство многопрофильных больниц, в которых имеется более чем 1000 коек и будут 100% бесплатно оказать услуги для населения. Сектор образования также является значительной частью проектов. В частности, в 2019-2022 годах велась работа по 80 проектам ГЧП на более чем 124 миллиона долларов. В частности, они коснулись возведения школ, создания и реконструкции дошкольных образовательных организаций, а также общежитий вузов в регионах страны. Планируется построить 228 студенческих общежитий на более 90 тысяч мест на основе ГЧП. Так, в этом году на основе государственного частного партнерства построят 47 общежитий на более чем 18 тысяч мест. На реализацию проектов необходимы и финансовые средства, и время. В этой связи следует предусмотреть социально-экономическую ситуацию и ряд других важных аспектов.